Приветствую всех на курсе английский за 26 уроков в школе Jobs. Меня зовут Достон. Hello everybody, good afternoon and welcome to Job School. Помните, в прошлых уроках мы разбирали с вами утвердительные и отрицательные предложения в английском. А сегодня мы с вами поговорим о вопросах. Давайте же начнем. Итак, сначала утверждение. Как у нас строится утверждение? Сначала у нас в начале subject, субъект, местоимение, например. Да, I, потом you, что у нас еще есть? We, they, he, she, it. We, they, и he, she, it. Что у нас дальше? Work. Verb, да? Например, какой-то глагол. Work, к примеру, работать. Или учиться, study. Это минимальный набор. И с этими? С третьим лицом, да, добавляется S, works или studies. Итак, чтобы задать вопрос, нам понадобится вспомогательный глагол, который ставится в начале предложения. Это вспомогательный глагол. Вот для местоимений I, you, we, they мы используем do. А для he, she, it, для третьего лица? Does. Does, но при этом буква S в глаголе убирается. Да, в основном убирается и просто будет work или study. Mm-hmm. Например, скажем, я работаю. Насиба, как это? Я работаю. I work. Ты работаешь? Yes, you work. You work. We work. Мы работаем. We work. И они работают. They work. Теперь спросим, давай задай вопрос. Ты работаешь? Do you work? Окей. И если с местоимениями he, she, it, он работает? Does he work? Does he work? Она работает? Does she work? Does she work, да? Все здесь наглядно и очень просто. Давайте я вам некоторые вопросы буду задавать. Хорошо, Мафтуна, как сказать, к примеру, ты хочешь выпить кофе? Do you want a cup of coffee? Do you want to drink a coffee? Drink a coffee. То есть у нас здесь do, потом you, want to, и want to drink a coffee, получается, да? Хорошо. Кира, как сказать, к примеру, он знает, как сказать, они работают в банке? Do they work in a bank? In a bank, да? В банке, да? Отлично. Также у нас есть вопросы с глаголом be. Здесь еще проще, потому что вам даже не нужен вспомогательный глагол. К примеру, как мы говорили, я занят или такие простые? I'm busy. I'm busy, да, к примеру, да? Или он занят? He's busy. He's busy. Или он, например, ты занят, вы заняты? You? Are you busy? Нет, утверждение. You are busy. Busy, да, получается? Значит, чтобы построить вопрос, мы должны просто перенести глагол be, то есть, вперед. То бишь, are, в начало предложения, да. Угу. Сам начало предложения. И у нас получается вопрос. Are you busy? Are you busy? Отлично. Are you busy? Итак, строится предложение с глаголом be. Угу. Например, Доньор, как сказать, например, ты дома? Вопрос. Например, если утверждение, как будет? Ты дома? You are at you? Home? Ты you. Дома. You? You are at home? At home, да. А вопрос? Are you at home? Are you at home? Отлично. Uh-huh. Мафтуна, yeah. Как сказать, он на работе? Утверждение? Или да, вопрос? Утверждение. Он на работе, к примеру. He's at work. Угу. Теперь вопрос задаем. Ставим. Is he at work? Is he at work? Насиба, скажи, пожалуйста, мы готовы? We are ready. We are ready. А теперь ready. Вопрос. Are we ready? Are we ready? Отлично. Теперь также мы сегодня разбираем три типа вопроса. Это у нас был первый вопрос, и он называется general questions. Mm. Значит, у нас здесь, как мы прошли, если вы спрашиваете какие-то general questions, это получается общие вопросы. Например, вы любите фрукты? Mm. Do you like fruit? Fruit. К примеру, да? Do you like fruit?
Это просто утверждение такое, да, когда вы спрашиваете кого-то. Специально. Да, так, специально также у нас есть вопросы. Это у нас второй, например, да? Например, если я спрошу тебя, do you like fruit? Yes, I like. Yes, I do, можешь сказать. Yes, да, I yes, yes, I like. То есть ты можешь ответить или yes, I do, или no, I don't. Также у нас есть специальные вопросы. Это special. Special questions. Тут мы должны добавить вопросительные слова. У нас есть несколько вопросительных слов. Давайте, как сказать, когда? When. When. When, когда? Что? What. What. Где? Where. Where. Также у нас есть... Почему? Который. Which. Which, да, получается? Что у нас еще можем спросить? Why? Например, why? Да, why, тоже популярный. Также есть чей. Тоже which? Who's? Who's? Также, да, чей. Также мы можем спросить, да, который, почему. И также у нас есть how many, how much. Это у нас спрашиваем сколько. How many, how much. Итак, что у нас с этим? Значит, смотрите, эти вопросительные слова выносятся в самое начало. Значит, после него мы используем, например, do you. Например, why do you like fruit? Why? Because fruit... Это полезно для здоровья, скажите. It is? It's because it's... Что? Полезно для здоровья. Полезно. Healthy. А, да. Healthy for... Healthy for health. For body, okay. Да, ладно, проехали. Вот. И, как видите, это называется специальными вопросами, потому что вы должны уже давать полный, развернутый ответ. Вы не можете обойтись «да» либо «нет», да? Хорошо. Принцип довольно-таки простой. Давайте еще один пример. Как сказать, когда ты читаешь книгу? Кира. When do you read book? Read a book, да? То есть сначала мы выносим вопросительное слово, значит, потом у нас идет do, да? Do или does? Или does? Дальше у нас? Что у нас дальше? Where? Глагол? Глагол или subject? Subject. Subject, глагол. Subject, потом глагол, where? Да? Вот, как видите, тоже... Это специальный вопрос у нас. Дальше у нас третье. Это разделительные или tag questions. Разделительные вопросы. Третье. Здесь у нас предложение представляет собой утвердительное предложение, потом запятая и как бы отрицание небольшое. Да? То есть смотрите на примере. Например, мы говорим же мы на русском. Это круто, не так ли? Вот что-то типа этого. То есть вначале у нас предложение идет как бы утверждение какое-то, потом запятая и минус. Или наоборот можно минус, плюс. Например, do you like fruit? Don't you? То есть ты любишь фрукты, не так ли? Да. Или наоборот может быть. Скажи, например, Мафтуна, ты читаешь книгу, да? Ты книгу читаешь, да? You read a book, don't you? Не-не-не. You read a book? You read a book? Нет, ты не читаешь, да, ты не читаешь книгу. You don't. Да, сначала у нас минус, отрицание, то есть, как сказать, ты не читаешь книгу. You don't read a book? И плюс? Aren't. Не-не. Don't you? Do you? Потому что здесь у нас было отрицание, здесь у нас плюс, да? Значит, смотрите. Или тоже про фрукты, да? Они не едят фрукты прямо сейчас, не так ли? They are not eating fruit now, are they? Хорошо, вот такие вопросы есть, три вида. То есть у нас первый у нас какой-то, общие вопросы, да? Do you, что-то там. Дальше у нас идет, да, специальные вопросы. И как видите, да, в специальных вопросах чаще всего даже называют WH questions, потому что where, what, why повторяется, да?
Давайте еще небольшое упражнение сделаем. К примеру, Доняр, скажи, пожалуйста, спроси, тебе нравится футбол? Do you like football? Uh-huh. Do you like football? Do you like football? Нет, я вот это. Do you like football, Доняр? Like. Yes, I do, да, или no? Окей. Мафтуна, пожалуйста, спроси, где ты живешь? Это специальный вопрос, да? Требует полного развернутого ответа. Вначале у нас где? Где? Where? Where? You? Нет. Where are you live? Нет, то есть идет в общем смысле. Where do you? Where do, where you, live? Do you live? Почему so, do? То есть ты же постоянно, то есть живешь, то есть повторяется этот процесс, то есть present simple, да, это идет время. Where do you live? Да, where do you live? То есть у нас здесь есть глагол live, да? So, where do you live? Where do you live? I live? I live in. So, Насиба, скажи, пожалуйста, он не читает книгу, не так ли? He reads a book, doesn't he? Да, он читает книгу, не так ли, да? He reads a book, doesn't he? Окей, и последний у нас, Кира, она не ходит в церковь, не так ли? She doesn't go to the church. Да, отлично. Окей, давайте теперь потренируемся, и все, что нас здесь окружает в этой комнате, мы будем задавать вопрос. Например, Мафтуна, спроси, что это такое? What здесь is нам, this? Да, здесь нам понадобится глагол what, да? What is this? What is this, Мафтуна? It's a wall. This is? This is a это, wall. This is a wall. Yes. So, what is this? It's a, is this, this is a floor. This is a floor, да? Хорошо, а второе также, это с именами или с одушевленными, с людьми, да? Мы используем кто? Кто? Who. Who, да? Например, спроси, кто это? Who is this girl? Да, кто это, да, имеется в виду? Теперь спроси, кто он? Who is he? Кира, спроси у меня, кто это? Кто ты? Who are you? Да, у меня спросили, да? Who are you? I'm Dustin. Немножко, да, странный вопрос, но тем не менее. Ладно, давайте, да, если вас спросят, как отвечать на этот вопрос, да? То есть называйте свое имя. Да. Да, имя, фамилию, может, да, предположим. К примеру, я тебя спрошу, who are you? I'm Мафтуна. Окей. Who is she? She's Kira. Okay, and кто она? He's, and she's my friend. All right.